В ДК «Палиха» проектный форум «Красногорск – это я» – инициатива. Мероприятие подготовлено парками Красногорска, чтобы услышать мнение молодых. Каких активностей и развлекательных площадок им не хватает. Ребята из областного филиала «Ранхикс», к примеру, считают, что нужны прокаты велосипедов с возможностью переезжать из парка в парк. В плане студентов просчитано все – риски, затраты и рентабельность. Это легкая идея, по сути, формат работает и в Москве, но в Красногорске этого не было. Вот ребята очень быстро подхватили эту идею, достаточно профессионально изложили свои мысли, и нам было интересно посмотреть, как в столь короткое время достаточно молодые, еще не специалисты, но уже инициативные красногорцы могут излагать от идеи до практически, они расписывали до бизнес-плана и презентовать этот проект. Летний кинотеатр, тематические зоны, посвященные разным странам мира, антикафе. Еще три проекта на суд жюри молодежного форума. Его участниками в первый день стали около 70 студентов областного филиала «Ранхикс» и Красногорского колледжа. Но прежде чем разработать идеи, ребята прошли основательную подготовку. Ребята изучали теорию. Они учились придумывать идеи, вернее, облачать свои идеи в проект, оформлять его, продвигать, рекламировать, привлекать спонсоров, узнали, как заключаются сделки, что такое контрагенты, инвесторы. Это было в виде презентации. Во-первых, ребята, которые разработали программу, говорили, что такое SWOT-анализ, SMART-анализ. Были представлены уже реализованные проекты. Молодежный форум в таком формате проходит в округе впервые. Организаторы пошли навстречу участникам, дали возможность реализовать свои собственные инициативы. Я не знала, что здесь будет настолько интересно. На самом деле это огромный опыт, это знакомство с новыми людьми, это обсуждение различных проектов. Оказалось очень интересно и появилось желание участвовать дальше. И, возможно, потом осуществить свой проект. В итоге студенты «Ранхикс» со своей идеей о велопрогулках по паркам стали лучшими. На втором месте авторы проекта «Летний кинотеатр». Почетная бронза у создателей концепции тематических площадок страны мира. Но не так важны награды, как то, что все эти проекты можно воплотить в жизнь. Организаторы форума пообещали ребятам в этом помочь.